экспедиции. Мы не видели сладкого. Спали на полу, в грязи, работали по 20 часов в сутки. Варили одну картошку и ели капусту. Тяжелее ситуации быть не могло. И сложно себе вообще в принципе представить, что может меня утешить. Бросая ретроспективный взгляд, я вспоминаю эти изнеможденные лица, многочисленные переломы, травмы, синяки, ранены. Тяжелейшие экспедиции просто, неподъемнейшие для человеческого организма. Мы как титаны шли вперед. Дошли, конечно, к успеху, но это... Я не знаю, кто согласится поехать туда вновь. Я не знаю таких людей. По кругу подходим, ребятки, подходим, и все прям не стесняйтесь, ломаем хлебушка, солим, чтобы было благо вам. Давайте, давайте, не стесняйтесь, мои хорошие, смелые ребятишки такие, люблю такие. Молодцы, познакомимся, обстоятельно поговорим о том, что нас ждет на этой смене и классно проживем у костра. Место встречи, костровище, время 21 час ровно. Ждем всех с большим терпением. Начальник волонтерского архивистского лагеря Тунук Мифтахудинов Ринат Занахидинович. Меня зовут Антон Пахиляк. В волонтерском лагере Тунук официально я диджей, но также мы занимаемся и ивент-менеджерством. Делаю фото, немножко тексты пишу. Меня зовут Вячеслав Раскурин. Я работал и работаю в лагере Тунук в качестве ивент-менеджера. Этот лагерь продолжатель традиции, можно сказать, так, экспедиции Кызыл-Курагин, которая проводилась с 2012 по 2015 годы Русским географическим обществом. Лагерь Тунук был организован Русским географическим обществом в 2018 году. Был организован проект. Проект он совместно идет. Археологи, Русское географическое общество, экспедиционный центр Министерства обороны. Лагерь был построен в чудесном, прекрасном месте в республике Тыва, в Пихемском районе, возле деревни Чкаловка. Что для меня лагерь Тунук? Это необычайно красивое место, а красивым его делают люди. Мне очень нравится видеть ребят, которые приезжают в этот лагерь, потому что когда ты видишь их в первый день, для них, для большинства все новое, и ты на своем опыте уже знаешь, что в конце они будут расставаться с этим местом со слезами, с разбитыми сердцами, потому что это место, которое они сами создают для себя, для окружающих, покорит их. На самом деле я специально выбрал это место для работы, потому что мне нравится общаться с людьми. Я считаю, что я от людей получаю намного больше информации, как можно больше вдохновения, чем от книг, либо от произведений искусства. Люди живые, и в этом самая главная ценность лично для меня. Thank you.
Подъем, 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 всем подъем. Доброе субботнее утро, лагерь Тунук. Сегодня ожидается хорошая погода с переменчивой облачностью, но самое главное, без дождя. Так будем же на это надеяться, что сегодня мы поработаем и останемся сухими. Еще раз доброе утро, волонтеры. Тянемся, поднимаемся, улыбаемся. Вперед в новый день. Всем удачи. Спасибо. Итак, за мной. Сейчас мы будем доставать людей из-под земли. Нет! Люди, бегите! Время 6:10, а их еще нет на заряд. Ну чё? Денёк, огонёк, доброе утро! Всем привет! Доброе утро! Давайте, бойцы, вставайте! Просыпаемся. Я не могу кричать, я приболел, ребята. Поэтому, пожалуйста, просыпайтесь. Ладенький, доброе утро. Просыпайся, Мишенька, Мишенька. Подъем. Подъем, просыпайся, солнышко. Арсен, индивидуальное пробуждение для тебя, как же иначе. Арсен, Арсен, привет. Арсен, вставай давай. Арсен, я же тебя знаю. Будешь снова в одних сандалях бежать обратно на стоянке с утречка кричать, я сейчас. Сколько лет, когда приехал, откуда ты? Арсенчик, я тебе не верю, давай просыпайся нормально, вставай давай. Арсен, давай, давай. Стихотворение. Нас слава, утром будет рано. Антон вещает в микрофон. Зарядку Игорь провел славно, хоть на нее я не хожу. Я напрягаю свое тело этим добрым утром. Потому что ему предстоит очень много сегодня сделать. Наклоняться, садиться, вот. А если его не разомнуть, ему будет не так приятно, как если когда его разомнуть. Вот. Дышите, выдыхайте, это все кайфово очень. И зависаем, давай. Очень опытные, большинство тех, кто здесь работает, они уже работали и в прошлом году в Тунуге, и в экспедиции Кузыл-Кураги. Могу им только огромную благодарность выразить за все, за помощь, за то, что указывали какие-то недочеты, над которыми мы потом работали, за то, что помогали. Поварам то, что я обычно люблю говорить, во-первых, если бы компот, который готовят в нашей столовой, был бы женщиной, я бы на нем женился. Ну, а также еще
вспомню фразу, которую я придумал в майской смене, когда мы поздравляли нашего главного повара Анатолия Николаевича с днем рождения. Я помню чудные обеды и с ананасиком в филе. Эти две строчки тоже могут отразить всю ту благодарность нашим поварам за наикрутейшие завтраки, обеды, ужины, которые они для нас готовят. Спасибо вам большое за вашу работу. Заказываем каждые 5 дней. Прокормить, ну, стоит только вас, еще 30 сотрудников, то есть 130 человек. Ну, надо вставать 4:30. И заканчивается, в лучшем случае, 9:30 вечера. Ну, час перерыва бывает, бывает, не бывает. Все остальное в процессе. Как пойдет работа, как волонтеры настроены, как умеют чистить картошку. Есть такие волонтеры, которые не умеют чистить картошку. Сегодня нам повезло, все умеют. А расскажите, пожалуйста, рецепт тех чудесных котлет чесночно-грибных. А, вегетарианских? Ага. Да. Это больше чеснока. Вегетарианские котлеты приготовлены из геркулеса. Запариваем геркулес, остывает яйцо, и потом жарим грибы, лук, морковка, ну и все, да. Чеснока побольше. И чеснок. Все. Все, обваляли в муке, пожарили, все готово. Да, а еще я бы хотела узнать рецепт компота. Компот? Вот. Это нельзя говорить. Молоко туда. Поехали. Я и так вам наливаю по капелюшке. Колбаса и макароны. Или без макарон? Без макарон. Без колбасы. My name is Priyank Talisra and I'm from India. I work with Madhav University and I am an archaeologist. It's a very pleasant experience for me to come here and to see the different ecology, the different type of archaeology techniques. And moreover, the special thing is the peaceful living there. They provide every possible luxury in this forest to us, like good food, like music, gym, like a good shower, hammam. У нас очень много проводится различных мероприятий. Это и культурная работа, спортивная работа, образовательная работа. Вот очень специалисты
читают лекции нам различных профессий. Основная направленность, конечно, это археология. Вокруг нас находятся стоянки археологов тоже и с Эрмитажа, и с Академии наук. Мы принимаем здесь всех. И когда лекции у нас проходят, у нас собирается очень большое количество людей, желающих послушать, специалистов, ну, довольно-таки большое количество. Вы дальше можете как узнать, что арбуз хороший? Постучав по нему. То есть, если вы стучите, и звук глухой такой, типа, знаете, как вы по нему пошлёпали, он так, это наш бро. Изначально и больше всего мы знаем о скифах, их обычаях, богах, ритуалах из труда греческого историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры. Он был современником этого народа, тесно контактировавшего с эллинами. Тем не менее, мир воочию познакомился со скифскими древностями только в 18 столетии. Простенькая временная археологическая шкала. Палеолит у нас начинается примерно 2,5 миллиона лет назад. В конце периода неолита, в начале периода энеолита, люди обнаруживают, что некоторые камни не ведут себя как камни. Вместо того, чтобы колоться на маленькие куски, они от удара скорее плющатся. И им можно придать какую-то определенную форму. Люди находят первые самородки из меди. Ну, тут у нас, понятно, не медь. Мы в таких условиях не можем достигнуть температуры 1083 градуса, у меня есть простое олово. Вот. Ну, это так, для примера. Как дальше развиваются технологии? Могли просто вот в песке что-то пропустить. То есть, когда находятся вот такие вот бесформенные всплески, можно утверждать, что производство здесь как минимум было. Вот форма и вот изделие. Вот пример односторонней формы. Что у меня получилось, непонятно даже мне. Река, возле которой находится наш курган, называется как? Тунук. Обычно археологический памятник называют по ближайшему топониму, по какой-то деревне, месту или реке. То есть Тунук – это просто название кургана, потому что рядом так называется река. Там есть еще пару небольших курганов, но вот из крупных курганов он там такой один. Он находится в болоте, вдали от цепочки своих как бы собратьев. Это довольно странно. И здесь есть плюсы и минусы. Минусы, вы, наверное, заметили, очень сложно добираться до туда и сложно работать. Но главные плюсы в том, что в болоте очень хорошо сохраняются органические материалы. И мы от нашего кургана ждем таких сенсационных находок, то есть мы можем найти деревянные изделия, какую-то кожу, войлочные ковры, например, то есть какие-то вещи, которые в более сухом грунте в скифских курганах ранее не сохранялись. Ну и к тому же, поскольку он самый древний, мы надеемся, что найдем некоторые вещи, которые будут отсылать к культурам еще более ранним, то есть мы можем вот эту вот ниточку как бы развития скифской культуры продлить в прошлое дальше, понять, откуда эти скифы появились. На космоснимке отмечены большие курганы в Туве, которые или исследовались, или известны и соотносятся с нашим курганом. Это курган Аржан-1, Аржан-2, который уже раскопан, Аржан-5, который некоторое время копался, но перестал копаться, и курган-4, в котором сейчас работает представитель государственного Эрмитажа, который находится отсюда тоже относительно. Кроме скифских вещей, здесь находится материал как минимум 4 хронологических пластов. Самые ранние из них – это случайные находки, ну, то есть фрагменты керамики, вот такой был кремниевый наконечник в прошлом году, и плиты с петроглифами бронзового века. Как вообще копают курган? Принято копать такими секторами в виде тортика. А если вы копаете просто какое-то поселение, то его обычно делят на сетку по квадратам. У нас квадраты 8 на 8, и поскольку у нас тут есть и курган, и прикурганная территория, мы используем и тот способ, и другой. То есть сам курган копается секторами, а его прикурганная территория разделена на квадраты. We have a lot of violence on this site. Not only, you know, what you usually have on archaeological sites, young men who kind of beat each other up, and you can clearly see, oh, okay, they didn't like each other. But we have it on women, we have it on children, and we have it, of course, on the guys. This on the left is probably one of my favorite findings of the entire campaign because it really conveys some
human emotion that is more than 2,000 years old. You have this adult skeleton hugging a small child. Both of them died a violent death. We found an arrowhead in the head of the child and an arrowhead in the chest cavity of the adult. Давайте, ребят, занимаем полянку. То, чем занимаемся мы здесь, это палеоантропология, то есть наука, которая занимается изменением именно скелетной системы человека во времени и пространстве. Черепа, как правило, достаются в разрушенном виде, потому что, понятно, под давлением почвы и камней они лопаются. Здесь, опять же, мы проводим первичные реставрационные работы, то есть склеиваем черепа с помощью специальной мастики, которая состоит из воска и канифоли. У женщин вот эта область, глазница, вот эта, она всегда будет более острая. У мужчин более плавная. Могу передать черепа, может, еще. Только осторожно. Ну, можно вот так в сравнении за череп, чтобы было. Очень много признаков можно выявить на зубах. По дополнительным бугоркам, по узорам коронки. Ну и монголоидный признак – это лопатообразные резцы, то есть передние вот эти резцы. Какие? С обратной, лопатообразные. Там, получается, у еврокоидов гладкий задний, да, вот эта задняя стенка, а у монголоидов, опять же, степень развитости этой лопаточки, она будет разная. Там от нуля до пяти, по-моему, или не помню, или до четырех. И прям такие достаточно есть углубленные резцы, и вот как форма, как совковые лопаты, поэтому они лопатообразные. Вы находитесь в камералке, камеральной лаборатории. Почему такое слово странное? То есть есть полевая работа, работа в поле, есть работа камеральная, работа не в поле. То есть вот такое противопоставление. Чем мы здесь занимаемся? Сюда привозятся все находки, которые делаются на раскопе. То есть кости человека, ими занимается Юля, а также кости животных и находки из разных материалов. Ими занимаюсь я. Можно смотреть на вес, да, камень будет более тяжелый. И на звук. Можно тихонечко, аккуратно постучать. Камень обычно звонкий, керамика издает глухой звук. А название культуры это кто придумал? Названия культуры обычно у археологов даются по топониму. То есть копали памятник в местечке Кокели, это в Туве, в 60-е годы 20 века. И по памятнику дали название культуре. Скифских находок у нас сейчас немного, всего 5 штучек. В июне был найден вот такой каменный ритуальный сосуд. А как его использовали, например? Возможно, наливали масло. Использовали фитиль, использовали как лампу. Ну, вот такая форма, вот чем может быть оправдана? Вот именно такая. Красиво. И все. Мысли современно, проводи налоги современности. Ну, современно что это? There is a very difficult archaeological condition in India. We don't work in rainy season. But here is a different ecology. Rain comes or any time there is a groundwater level. You dig today and there is water inside the trench, so it's very hard to determine the stratigraphy. It's very hard to determine the stratum, and even after few days you even not detect the level of this trench. So in this difficult condition they are doing very well. This is very far from the city or living area, and it's very difficult to find a skilled labor for this excavation. So I think they really adopt a good idea to invite the educated volunteers to so easily they can understood what they need to do, and they are doing very well. I appreciate the work what the volunteers and the archaeologists do here.
Александра. Не, жестоточно. Как у вас дела? Да вот, сломала машину. Еще кричала, давай, давай, жми, говорит. О, слышно меня? Это, курим, пока у нас сломалась машина. Радостные бегут, скорей! Скорей в душ! Быстрей, быстрей, кто первый? Мы сидим в очереди в душ. Очень весело. Пацаны звали к себе, но там нет шторок. У них вообще нет шторок, да. И еще нет вообще. И возвращалась ко мне сквозь дни расстояния, но несмотря ни на что жила судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. В нашем лагере такая тема. Можно пойти кушать только когда ты выиграешь волейбол. Вот эта группа людей, которая уже выиграла волейбол. Активное участие самих волонтеров в жизни не только вот этого лагеря Тунук, но и даже вот участие, принимая в раскопе, часть волонтеров ездит и во вторую смену по просьбе самих ребят, самих волонтеров и самих же археологов, которые всегда желают нас видеть, потому что помощь мы оказываем довольно-таки, считаю, серьезную. Самое последнее. Вот самое последнее. На спине, это у меня уже потом идея пошла. Наиболее значимые для меня места, города, события, в основном связанные с археологией, поскольку я ей занимаюсь, я решил изображать в виде островов. Как средневековая карта, вообще средневековая карта, там она с чудовищами, с всякими миниатюрками. Mm-hmm. Я решил у себя так же сделать. То есть у меня здесь вот... здесь, понятно, роза ветров, как на нормальной любой карте. Вот. Здесь Самара. Поскольку я в Самаре работал почти 2 года, там... дракон изображен. Вот. Это так называемый дракон с шиловских курганов. Они рассказывались не под Самарой, а скорее ближе к Ульяновску, но самарским археологам. И там были найдены костяные пластины с изображением таких вот драконов, который в самом низу. И на самой карте, условно говоря, вот это и Самара, это у меня очертания города. Это там зомби-бар, так называемый. То есть бар такой рок-н-ролльный со сценой. И в этом баре я провел свои первые концерты. Благодаря этому бару я записал свой первый альбом.
И там он очень сильно для меня много значит. То есть ребята, которые владеют этим баром, для меня очень много сделали. Тут еще самая главная идея, чтобы татуировку бил мастер из этого города, из этого места. То есть пермскую мне нужно будет в Перми делать, питерскую в идеале в Питере. Ну и по поводу этих раскопок тоже будет обязательно татуировка. В идеале мне ее нужно сделать в Кызыле, попробовать успеть. It's a biking symbol, and it's called also the biking compass. And it's related with the sailors. And it's something about not losing your way, to find your way always. This one is called Gis Galmur. It's also biking, and it's like a protection shield, more or less. They are both related to my hometown, which is Venice in Italy. And this is a kind of stylized version of the Lion of St. Mark. And whereas this is just a view of a place near where I was born. So it's like to remind you of your home. Также хотелось бы сказать участие в самом в жизни лагеря, например, ну, участие в различных концертах, там, в различных спортивных мероприятиях. Много мероприятий, да, где ребята могут участвовать на выбор. И мы никого здесь не заставляем. It's a kind of honor to me. They allowed me for meditation classes. So I explained them what is karma, what is energy, what is spirituality, what are your seven chakras inside your body and how they are connected scientifically to your glands and what are the working of that chakras. We covered some different kind of meditation too, like a single focus meditation, like a guided meditation and chakra focusing meditation. Third eye chakra is one of the most important chakra in your body. И чуть-чуть повыше чакра третьего глаза, это одна из самых важных чакр в теле. We call it in India Ajna. Can you stop this rain? Just order your brain to stop this rain. И прикажите закончиться этому дождю. Just call for 3 seconds. Let's see if the rain stops or not. Давайте вот через 3 секунды посчитаем, посмотрим, закончится ли дождь. Now we got the weekdays, we probably will need the month. August is pretty close because it's in Russian it's the same, but it's August. И в русском языке мы читаем, например, мен, вот е как е читаем, но у нас как э читается, мен, 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 это я. Есть слово югы, югы, очень простое, это сова. Что, сейчас я буду?
Вместе кровотечение нельзя перевязать, там только повязка стерильная. Да, нам нужно передавить сосуд, передавливаться выше. Собственно, Ultimate — это командный вид спорта с летающим диском фрисби. Чтобы спорт признали спортом, чтобы он вошел в Олимпийские игры, нужно, чтобы были федерации, была мировая федерация, были федерации в странах. Я ремонтирую компьютер. Я устанавливаю операционную систему, но так как там стоит система защиты от установки нелицензионной операционной системы, в процессе работы произошел сбой, и пришлось разбирать компьютер для того, чтобы вытащить диск, для того, чтобы запустить компьютер без жесткого диска. У меня с собой вот есть походный набор инструментов. Болтики это этого ноутбука. Я взял с собой в экспедицию флешки с операционной системой и жесткие диски с драйверами, что и пригодилось сегодня, а также набор бит и ключей, что опять же сегодня пригодилось для установки вот проектора, ну экрана для проектора, потому что в лагере не оказалось нормальных бит для того, чтобы закрутить саморез. Короче, я не зря это все взял. Кожерхой. Вот такое красивое слово, которое переводилось как «кочующие через озеро». Но, согласно легенде, это место поменяло свое название после того, как пришли сюда кочевые народы и разграбили это потрясающее место, потрясающую такую долину, и был украден тотем местного населения. Тотем местного населения был украден, разобран на 6 равных частей и был спрятан в этой потрясающей долине. Чтобы нам вернуть, как говорится, тотем на место и вернуть этому месту, как говорится, процветание, чтобы мы были не в тупике, а были вновь кочующими через озеро, друзья, я предлагаю вам сейчас поделиться на 6 команд по 7 человек. Тотемы находятся тоже у нас по территории лагеря, но вы их так просто не найдете. Поэтому вам нужно пользоваться картой. Это наша карта. Мы сейчас бежим по локациям. Нет, вот сюда нужно. Сделаем. Вот из забора. Победили. Мы сделали треугольник, потом сделали квадрат, поорали друг на друга и победили. Если, конечно, в этой игре есть победа. Еще одна губа. Ну, тотем звать. Ну. И теперь тотем из животных собирает. Друзья, аплодируем за другу, молодцы. Жизнь прекрасна каждую секунду. Без разницы, солнце либо дождь, как сейчас. Наслаждайтесь временем, которое вы проводите здесь, дорогие друзья. Это прекрасно. Здесь рождаются песни, здесь заводятся знакомства, здесь зарождается любовь. Наслаждайтесь этим временем каждую минуту, каждую секунду.
вычищаю камни, я чужих квадратов и отвал кидаю в сторону лопата. Раздается песнь о войнах, походах и славе, но не голосом там все поется, а лишь ветром в степном том дурмане. Чебан-пост, сюда можете опускать свои записочки друг к другу, типа письма, можем передавать их лично, если она будет лично написана, озвучивать можем, если это просто так, там хохма какая-нибудь. Также сюда пишите с пометкой «Радио Тунук» свои музыкальные пожелания, мы будем их компоновать и делать музыкальные программы днем, вечером для вас. Уважаемое «Радио Тунук», убедительно? А уберите, запятая, пожалуйста, с подъема песню «Подъем, подъем». Что играла сегодня, «Залетая ночь» 6.08. Она отвратительная. Есть столько альтернатив, сколько хороших, что на каждый день хватит по уникальной песне. И есть предложение. Мы обещаем, что завтрашний лаг у нас писанинец. Здесь написано, кстати, все прям. Клиник скачать без регистрации. Мы вас убеждаем, что утренний подъем, песня сменится сегодня. Да, конечно. Да, пожалуйста, вопрос. А как скачать можно эту песню? Давайте продолжим. Сейчас будут рифмы. Антон Поролон. И Славик Комарик написал некто. В общем, для начала здесь написано Антончик Покемончик. Спасибочки. А потом Слава Украине. Очень рады, у нас сегодня день Русского географического общества. Собирали мусор с территории, но мы ничего не собрали практически, потому что мы все хорошие и ничего не мусор. Филантроп, меценат, очень уважаемый человек, ну и просто увлеченный путешественник, который покорил все полюса, какие есть на земном шаре. Поэтому прошу любить и жаловать. Он прибыл сюда с определенной миссией, во-первых, чтобы погрузиться в эту философию нашей археологической жизни. Усаживайтесь поудобнее, можно сесть и на скамейку, но если вы предпочитаете естественную растительность, пожалуйста, присаживайтесь на траву. Дорогие друзья, вас будут кусать комары, но в это время вы будете слушать замечательную музыку. Позвольте, мы можем начать.
for the last 15 years, we have been doing expeditions to various parts of Russia, exotic parts of Russia, with mainly foreigners. And in the board, at the board of the Russian Geographical Society, we had a discussion that why not make expeditions to show Russian, the Russian public, through television programs, the treasures which are hidden in Russia. Many Russians like to go to Europe and India, travel all over the world, but what they have here themselves is one of the most interesting parts of the world, which they hardly know themselves. More people in Moscow go to the Mediterranean than go to Siberia. Well, this is the second time I'm back to Tuva. It's very interesting to see how the changes are going on. And I think this has a country, a very, very strong tourist potential, and I really hope we can help develop this. Well, I think it's a luxury camp. I think you should suffer more. But you have everything here. You have showers. You have good food. You have a canteen. Yeah. But I hope you're working hard digging at least. This is important. It's important from a historical point of view. It's important from an archaeological point of view, and it's important from a point of view of general knowledge. My father always told me about Schliemann, you know, the famous German archaeologist that found Troy in English. So that's one of my role models when I was a child. Все быстрее, Миша, еще быстрее! Слава, бежи, смотрите, Слава! Слава! Еще быстрее, Слава! Ран, Слава, ран! Слава, сюда! Ты все перепутал! Три раза на счет три! Ребят, сюда, давай, делай! Давай! Два, три! Туну! Август, я думаю, наверное, и по моему мнению, и по мнению большинства других работников администрации лагеря, будет лучшей сменой в этом году. И, в принципе, июльская тоже была очень хорошая, поспорит с ней. Хотя конкретным событием, наверное, это посвящение в археологии. Лично для меня это, наверное, самое ожидаемое событие в каждой смене. То событие, над которым я с удовольствием работаю, с удовольствием провожу. И то есть по крупным дистанциям я начал с собой контакт, кроме того, что мы еще и сопровождали. Ноша не по силам вам, выйдите из строя, ибо обратной дороги не существует. Ага, нас все привязало.
ползли в воде. У меня попа застряла. Вот там. Я напугалась. Мы шли мимо кусков мяса и нас кормили непонятно чем. Запили мы это вкуснейшим чаем с какой-то горчицей. Вот, так что еще разок было бы неплохо. Ну давайте, остался последний штрих, чтобы вы уже стали настоящими археологами. Готовы? Да! Да, повторяйте за мной, я буду вам говорить, и все вместе клянемся. Значит, клянусь по бровке не ходить. Клянусь по бровке не ходить. Клянусь. Клянусь. Клянусь в квадрате не курить. Клянусь в квадрате не курить. Красиво зачищать. Красиво зачищать. Клянусь. Клянусь часто не мыться, грязь не счищать. Через 5 дней она сама отвалится. Клянусь. Клянусь часто не мыться, грязь не счищать. Через 5 дней она сама отвалится. Клянусь любить археологию, мать нашу. Клянусь любить археологию, мать нашу. Клянусь. Клянусь скифов с кокельцами не путать. Клянусь скифов с кокельцами не путать. Клянусь. Копать быстро, кидать дальше, пока летит отдыхать. Копать быстро, кидать дальше, пока летит отдыхать. Клянусь. Три раза. Клянусь, клянусь, клянусь. Ну все. Воины нарекают тебя воином. Кроме всего прочего, конечно, у нас есть такие мероприятия, как выезды в город Кызыл, в столицу Республики Тыва, вот, где мы посещаем Национальный музей. Туристические походы у нас. Походы у нас и которые у нас многочасовые такие есть, и более короткие, вот, ближайшие горы, где мы посещаем. А также мы посещаем природный парк Ергаки. Вот, где у нас выезд максимально большой, последний выезд, это у нас где-то около 110 человек выехали в этот природный парк. Ребятки, в село Чекаловка, пойдем. В этом селе лошадок больше, чем людей. Вот так вот вышло, что там одни живут сельскохозяйственные деятели. И сельскохозяйственные деятели, и сельскохозяйственные деятели. У них в этом селе стоянки, где у них постоянно присутствует скот, который они кормят и любят, который является главной экономической движущей силой в здешних краях. А там еще живет Валентинович, замечательный человек, который занимается переработкой, утилизацией всего того, что нам не нужно. А мы можем это увидеть? Я думаю, что это древнее таинство переработки пластика, которое нам не суждено. Хороший вопрос, но мне кажется, там все круче. Почему именно, собственно, здесь? А в Тыве вот это вот место активно начали изучать, поскольку сельское хозяйство, что вы делаете? Вы спахиваете землю,
занимаетесь обработкой. И поэтому в процессе обработки земли стали открываться для обычных людей находки какие-то древности скифского времени. Но это не мешает ему, так, он на ходу, он ездит. Сегодня, правда, выходной день. Ну, она была, вот, я вам сразу скажу. Вот, колеса просто все на монтаже 30 километров отсюда. Нормально все, берите. Кондиционер есть? Да! И этот, как его, ну, система-то, видишь, какая? Система Open Air. Да, вот, пожалуйста, кондуктор сразу прилагается. Вот, работает здесь уже 15 лет. Так мы ее забрали вот из школы, из 5 класса, до сих пор здесь трудится, не покладая. Кстати, вот бензобак вполне себе живой еще, как бы, ну, есть на этом свете. А зеркалами можно пользоваться, если вы их установите. Я обычно из ванной ставил такие, знаешь, большие. Видите, довольные пассажиры просто, ну, как говорится, на отзывы негде писать, все исписано. Пожалуйста, спускайтесь осторожнее, вот. Ну, по вечерам здесь можно развести костер, в нем сразу, то есть удобная машина, берите. Сносу нет, ну, мы сговоримся по цене, давайте мы как бы сейчас это... На Авито приходят постоянно, вот. Видите, тут раньше была вот трава, сейчас все истоптано здесь, все просто истоптано. Посмотрите, это вот все ходят, смотрят, говорят, боже, что за машина, номера даже есть. Сзади, правда, спереди я домой забрал, чтобы не украли. Потрясающий, просто потрясающий дунукский автомоторный парк. Потрясающий. Ездим, катаемся, цены нет. Включайте кондуктор, пассажиры довольны. Классно. Берите этот маршрут, катайтесь здесь классно. Вообще прям. Все. Прям вот как горячие пирожки уйдет, уверен. А дорогу сейчас покажу. Это Ленинград, это .ру. Это Ленинград. Дорогие друзья, скакуны уже в пути. Ровно в 17 километрах отсюда стартовали наши скакунки. Сейчас мы будем ждать с вами финиш. Банники, бутылки, окурки от банана, чтобы с собой их не нести. Был на земле такой человек, который любил природу, бережно к ней относился, не топтал травы, попусту не убивал животных. Он умел общаться с растениями и с животными.
боги тогда его наделили огромной силой и хорошим здоровьем. Но человеческая жизнь, она не бесконечна. И пришло время человеку Саяну умирать. Но боги тогда озадачились вопросом, ну, что нужно найти такого же человека, кто бы охранял природу. Они посмотрели, поискали по всему миру, по всему свету, но не нашли такого человека. Поэтому они решили сохранить Саяна, он же тогда не умер, они сохранили Саяна, они превратили его в камень и положили его охранять данное родное место. Но существует легенда, что когда-нибудь, если вдруг кто-то столкнет с вершины висячий камень, он упадет в радужное озеро, и брызги от радужного озера попадут на Саяна, и тогда они его разбудят. Что будет после этого, никому не известно. Но будить спящего. На секундочку, я сейчас объявление сделаю, чтобы было всем понятно. Здесь мы полпятого собираем, без 15, идет посадка. За 5 минут сели и тронулись. В самом музее разобьемся на группы, там по 20, по 25 человек. С вами проведут лекцию здесь. Ходить только группами. Еще раз, полпятого все собираемся, всех проверяем. Без 15 садимся и уезжаем. The diameter of this mountain was about 120 meters, and its height, it was about 5 meters of gathered stones. And in the central part over there, we found the remains of the bones of the king and the queen, 7 old men, 1 young man. At the eastern wall, we found the remains of the bones of the 6 horses. And it is suggested that these horses, they belong to the king. About 50 years old, and he died of cancer. On his thigh bones, we found the traces of metastasis characteristic to cancer. And Queen, she was about 30 years old, and she was strangled or maybe poisoned because no damages on her bones were found at all. Конференц-зал, мы сейчас будем в нем обедать. Что же нам приготовили повара сегодня? Ну, по армейской традиции гречка с тушенкой. А вегетарианцам? А вегетарианцам отдельно гречка без тушенки, огурцы и помидоры. Но на самом деле они кучеряво живут, блин, огурцы и помидоры. Огурцы и помидоры я бы поел, хотя я не люблю помидоры. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем церемонию закрытия второго полевого сезона комплексной археологической экспедиции по исследованию кургана Тонук-1 в Республике Тыва. Экспедиция проводится Русским географическим обществом совместно с Институтом истории и материальной культуры Российской академии наук и экспедиционным центром Министерства обороны Российской Федерации при поддержке правительства Республики Тыва. Дорогие друзья, слово предоставляется руководителю экспедиции Тонук Спириденко Игорю Анатольевичу. Вы, наверное, сами можете легко подвести итог, каждый сам себе заглянув внутри себя, в душу себе, кто чего здесь нового для себя познал, кто, может, стал сильнее или, наоборот, слабее. Как бы. Научные это дела мы знаем все, каждый день мы там на раскоп приходим и так далее. А вот здесь очень важна вот эта вот составляющая такая, настоящая. Хотелось бы в первую очередь сказать спасибо вам за то, что все это время прошло так замечательно. Столько всего было сделано, да, буквально чуть-чуть не успели. Я думаю, что это было невозможно, потому что сделано было максимум того, что мы в течение всего полевого сезона менялись представления, уточнялись, дополнялись, иногда менялись кардинально. Но сейчас можно определенно сказать, что мы раскапываем памятник совершенно нового типа, да, то есть если в начале сезона мы ориентировались на Аржан-1, то сейчас надо говорить, что это какая-то традиция, которая, конечно, связана с Аржаном-1, но при этом много-много-много отдельных особенностей. Да? То есть в Аржане-1 не было вот этих удивительных глиняных конструкций. В Аржане-1 не было вот этой стены, которую его окружают. Ну, вернее, она не была прослежена, так скажем. Да? Не было вот этих удивительных вокруг каких-то каменных сооружений, большая часть которых, ну не большая часть которых, некоторые из которых мы до сих пор не понимаем, что они значат. То есть поставлено огромное количество вопросов, да? И я надеюсь, что по результатам этого сезона возникнет с новой силой дискуссия вот, на новых данных именно о происхождении скифской культуры, откуда это, куда это. И я думаю, что данные, которые получены в этом году и которые будут получены в следующие годы, они будут просто ключевыми в решении вообще во всей дискуссии. Это что касается именно научной части. Ну а по-человечески, опять-таки, большое спасибо. Большое спасибо вам, большое спасибо РГО, экспедиционному корпусу. И я думаю, что вы все видите, что мы занимаемся интересным, важным и веселым. Да. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю поаплодировать тем людям, которые стоят перед вами. Да. Дорогие друзья, настало время начать творческую часть нашего сегодняшнего гала-концерта. Со своей судьбой в рулетку поиграть на большой войне, убивать и ходить под смертью. Если можно, то это не мне. Травы, луговые травы, без конца и края, матушка земля. Ты без меня, я без тебя, я не знаю, что ты для меня, я для тебя, скинь пустота. Чорна.
стать, звучат гимны Российской Федерации и Республика Тыва. Дорогие друзья, большое всем спасибо за эту экспедицию. Нам осталось еще совсем немного деньков. Проведем их максимально ярко, потрясающе, весело, интересно. И надеемся, находки будут нас сопровождать эти дни. Большое вам спасибо за эту смену. Было весело, здорово, интересно и задорно. Большое вам спасибо. Дорогие друзья, троекратно, громко, с неистовыми звуками в конце. Вы красавцы, дорогие друзья. Спасибо вам. Я вас всесторонне люблю. На самом деле, то, что мы все здесь собрались именно в таком составе, это большая удача. Поскольку курганы в Долине Царей, они как появились много веков назад, так и будут жить еще долго, существовать здесь. Да, конечно, в результате эрозии они могут изменить свою форму, даже немного изменить свое местоположение, ну, буквально на несколько метров там съехать с привычной им точки. Но такой состав, для того, чтобы собрался и волонтеров, и администрации, необходимо было стечение миллиона факторов, тысячи случайностей, чтобы сошли все звезды на этом небосводе. Это потрясающе. Вот этот момент, он самый драгоценный. Могу только благодарить, я могу и желаю благодарить ребят за то, что они приехали. За то, что они такие были здесь, прикольные, веселые. За то, что они формировали коллектив. За то, что они формировали свои небольшие компании, в которой была своя душа, свое лицо. И они веселились, пели, танцевали, смеялись, работали, грустили, ссорились, мирились, переживали какие-то общие моменты. Это было клево. Это было клево. Вот это и есть Тунук. Тунук — это люди, в первую очередь. И благодаря людям это место очень классное. Если у вас будет когда-нибудь возможность, обязательно приезжайте. Постучу, я крылом под ноги тебе.